Мои дорогие, горячо любимые, телеканал «Шоп-н-шоу» с большим удовольствием представляет главное предложение сегодняшнего дня. Это костюм «Манон». Костюм «Двойка». Блуза и брюки, комфорт, уверенность в себе для любого праздника, вечеринки, прогулок, для работы и путешествий. Неважно, какие у вас планы в костюме «Манон», вы выглядите неотразимо. Принт-поп-арт – это один из наиболее популярных стилей самовыражения в современном искусстве. Легкая струящая ткань жатка «Сингапур». Отличный вариант для повседневной носки в жаркую, в летнюю погоду. Вискозный материал с плотной текстурой получил звучное название «Сингапур». Рельеф на поверхности ткани является его отличительной чертой. Считается, что именно таким способом производители шелка и вискозу делали как раз отличительной чертой этот материал. В честь этого сжатая ткань получила название «Сингапур». Ткань костюма не просвечивает, не мнется, легко дышит, позволяя коже получать приятные тактильные ощущения. Свободный силуэт со спущенным коротким рукавом подойдет для любого типа фигуры, подчеркнет ваши достоинства и подарит необходимый комфорт в движении. У брюк нет никакой фурнитуры, высокая посадка на эластичную резиночку, да, прекрасно зафиксирует брюки, но при этом не будет впиваться ни в вашу талию, ни в паховую зону, и внутренняя сторона поверхности бедра натираться ни в коем случае не будет. И цена только сегодня 2499 рублей. При оплате заказа банковской картой 10% скидка, всего 2249 рублей. А если разделить это на две части, ведь вещи-то две, так это получается всего, ну, чуть больше, чем 1100 рублей, да? Посмотрите, какой шикарный принт, какая леди, какая красавица с таким акцентным бантом. Выглядит восхитительно. Чем-то даже, ну, отсылка к такой французской моде. Цельнокройный рукав, как я уже говорил, подарит идеальную посадку без примерки. Вы не переживаете за ширину плеча, вы не переживаете за обхват в зоне руки. Ну, и есть разрезы по бокам. Благодаря этому, если нижний тип фигуры, да, широкие бедра, не будет натяжения. Как же шикарно выглядит наш премьерный костюм «Манон». Как же шикарно вы будете в этом костюме выглядеть. Давайте посмотрим, какие цвета представлены. Обязательно добавьте в корзину с покупок вот этот оранжевый цвет. Ну, прям витаминный, прям как будто апельсинчик вот такой вот. Дальше. Это необработанный лен, цвет коричневый в заказе. Ну, посмотрите, как эффектно этот натуральный оттенок выглядит. Горчичный. Ну, это, конечно, не горчичный, да, давайте будем честны. Но в заказе горчичный называется, в жизни он выглядит прям зелень. Такая классическая, красивая зелень. О, индиго. Вот сейчас наша Наташа выбирает, наша модель, да, для себя цвет индиго. Может быть, кстати, станет нашим лидером. Я не удивлюсь, хотя я делаю ставки на оранжевый и горчичный. И черный, ну, это прям по классике, да, посмотрите, какой эффектный черный. Все пять цветов выглядят шикарно. Советую брать даже по два, а то, может быть, и по три цвета. Тем более, что при заказе на сумму от 5990 гарантированы единые условия бесплатной доставки в любой регион, как бы далеко вы ни жили. Кстати, если закажете, например, два костюма в разных цветах, еще и возможность оплачивать долями. Разбиваем оплату на 4 равные части и платим раз в 2 недели в течение 2 месяцев. Так, от 50-го до 60-го. Берем размер в размер. Вот смотрите, у нашей Наташи. Здравствуйте, Наталья, рад вас видеть. Как всегда, шикарно выглядите. Так вот, у Наташи 50-й размер в жизни. На ней костюм в 50-м размере. Если вам нравится такая посадка, берем размер в размер. Если вы любите для летних костюмов чуть все-таки более, чуть больше свободы, тогда можно взять на размер побольше. Вот сейчас я в 50-м сделаю замеры. Наташенька, поворачиваемся, попрошу ручки приподнять, потому что у нас цельнокройный рукав. Соответственно, мы от края до края рукавчик делаем замер 77 сантиметров. Напоминаю, на Наташе 50-й размер. Ручки можно опустить, солнце мое. Смотрим, длина по спинке.
69, почти 70 сантиметров. Кстати, видите, есть технологический шов, благодаря которому блуза не будет деформироваться, не будет перекручиваться после хоть даже ежедневных стирок, будет выглядеть идеально. Теперь, ой, как плечико приподняла. Ой, чувство игривое, да, настроение? А у меня тоже, знаешь, несмотря на то, что 8 утра по московскому времени, 30 сантиметров полуобхват, полный обхват 60, есть потенциал, тянется 95% вискоза, кстати, в составе у нас. Очень приятный по тактильным ощущениям материал. И это жатко, Сингапур, это просто восторг. И вот так бы стоял бы и не отпускал бы Наташу. Ох, Наташа, Наташа. 101-102 сантиметра. Есть потенциальчик, да, вот мы тянем, потянем, да вытянуть не можем, потому что 117 сантиметров полный обхват. Высота посадки брюк у нас идет 35-37 сантиметров. Наташа, а рост у тебя какой? 1,75? А, 1,73 м, да? Ну вот посмотрите, при росте 1,73 м практически полноценная длина по внешнему шву брюк. Давай-ка я длину замерю по внешнему шву. Смотрим. 99-100 сантиметров. Кстати, широкий пояс резинка, почти 5 сантиметров. Как я и говорил, прекрасно фиксируют брюки на талии. Итак, 5 цветов на выбор, и у нас уже есть лидер. Это оранжевый и индиго, который на Наташе. Итак, 2 цвета уже лидеры. 2, как я и предполагал, оранжевый вырвался вперед. Я так рад, что у нас с вами совпадают вкусы. Итак, оранжевый цвет, еще раз, да? Вот он сейчас главный лидер уже. Далее коричневый в заказе, но в жизни это прям цвет необработанного льна. Или его еще называют такой оттенок карамельный. Дальше горчичный, но в жизни цвет лайм. Далее цвет индиго, его же выбирает и наша модель Наташа. И черный цвет. 5 цветов на выбор. Если, кстати, тунику заправить в брюки и использовать какой-то широкий пояс, будет выглядеть вообще как будто это... Господи, как он называется-то? Вот 8 утра, да, мозг еще, видимо, не включился. Ну, как называется, когда... Комбинезон, вот, спасибо всем моим коллегам. Да, ну, ничего страшного. Так, 2499 рублей при оплате заказа банковской картой. 10% скидка. Это наше главное предложение сегодняшнего дня. Костюм Манон. Кстати, ухаживать легко и просто на деликатном режиме при 30 градусах стираем.